Доброго времени суток! Приветствую всех зрителей моего канала. Приветствую всех своих подписчиков. Приветствую всех тех, кто еще не успел подписаться на мой канал. Думаю, что в ближайшее время вы обязательно подпишетесь. Ну а сегодня я подготовила вам вот такой вот очень милый и очень-очень простой узор. Я его связала на вискозе. Я очень часто применяю вискозу в своих изделиях. Узор простой, но и одновременно такой пикантный. Видите, вискоза имеет такой некий перелив. Интересный. Летом вискоза имеет хладящий эффект. И что мне нравится, что изделия в вискозе, они струятся, падают. Таким узором и на этой пряже очень хорошо будет вязать какие-то юбки, юбочные части платья. Возможно, можно связать и саму блузу вот так вот, не озадаченно, а вроде бы просто, мило и очень симпатично. Этот узор состоит из 12 петель в рапорте и всего лишь 2 ряда. И давайте, не откладывая, не затягивая, быстренько сделаем маленький образец. Для маленького образца, чтобы нам было видно, что мы делаем, мы наберем 3 повторения рапорта. Это будет 36 петель. Плюс 1 петелечка у нас пойдет для симметрии. И по 1 петелечке у нас будет краевые. Итого получается 36 плюс 3, 39 петелек вот здесь вот набрано. В цепочку набрали, и потом один ряд. Давайте свяжем столбиков без накида, как всегда. Чуть-чуть легче тогда видеть нам наши петельки и хотя бы иметь, что пальчиками держать. Ну, а теперь давайте пробуем разбивать наш узор. Вот мы закончили. Делаем раз, два, три. Три подъемные петли. Разворачиваемся. Теперь у нас пойдет одна петелька по узору. И первый же столбик без накида мы вяжем. Столбик с накидом. 2 воздушные и еще раз столбик с накидом. Снова вяжем 2 воздушные петельки, пропускаем в цепочке 2 столбика без накида. В третий мы опять делаем столбик без накида. Опускаем цепочку. Вот. Опускаем на основание нашу цепочку. Еще раз теперь. Раз, два, три, четыре. Цепочка из 4 воздушных петель. И через 2 петельки в третью делаем столбик без накида. Раз, два, три, 4 и опять через 2 петельки в третью делаем столбик без накида. 2 воздушные, через 2 петельки в третью. Эти 2 петельки, которые мы сейчас будем пропускать, у нас заходят в первый раппорт. Вот это вот мы разбили один раппорт нашего узора. Далее мы переходим уже к повторению. Пропускаем 2 петельки в третью. Мы снова делаем столбик с накидом. 2 воздушные. И в эту же петельку столбик с накидом. 2 петелечки воздушные. Через 2 в третью столбик без накида.
И теперь мы делаем 2 арочки по 4 воздушных петли. 1, 2, 3, 4. Через 2 в третью столбик без накида. 1, 2, 3, 4. 1, 2, в третью столбик без накида. 1, 2 и еще 2 петельки. Это второй раппорт нашего узора. Теперь опять переходим к повторению к третьему. Пропускаем 2 петли в третью. Столбик с накидом. 2 воздушные петельки. Столбик с накидом. 2 воздушные петельки. Через 2 в третью у нас идет столбик без накида. В основание заходим. И 2 арочки. 1, 3, 4. Через 2 в третью. Еще одна арочка. 1, 2, 3, 4. Через 2 в третью. И делаем для симметрии. 1, 2. Мы закончили узор. И для симметрии делаем еще одну арочку в последнюю петлю. 1, 1, 2. Одна петля воздушная и столбик наш будет краевой. Вот, мы разбили наш узор. И сейчас будем вязать второй ряд нашего узора. Делаем 3 воздушные петли в подъем. Разворачиваемся. У нас здесь первая арочка. Вот она. Здесь мы делаем еще по узору 2 воздушные петли. И так как у нас это край, то здесь мы будем делать 2 пышных столбика, половину из того нужного по узору. Пышные столбики будут у нас на 3 повторения. Накид. 1, накид. 2, накид. 3. Или по-другому правильно назвать. Пышный столбик с 3 накидами. Связали, закрепили. Делаем 1, 2, 3, 4 воздушные петли. И повторяем еще раз такой же пышный столбик в эту же арочку. 1, 2, 3. И закрыли, закрепили. Теперь у нас идет 1, 2. Мы опускаемся в нашу ближайшую арочку. Вот она. И 1. 2, 3, 4. Делаем в следующую арочку столбик без накида. Опять делаем 1, 2. Теперь у нас там, где были столбики с накидами, в этом месте мы делаем следующий веер. Раз. 2 и 3. Провязали, закрепили. И 1, 2, 3, 4 воздушных столбика между этими пышными. Еще раз повторяем. 1, 2, 3.
закрыли, провязали и опять 4 воздушные петли. 2, 3, 4. Еще раз. 1, 2, 3. Провязали, закрыли и снова арочка из 4 воздушных. И у нас должно быть 4 вот таких вот пышных столбика. Делаем последний наш пышный столбик. 1, 2, 3 и 4. О, 4 это много. 3. Давайте еще раз я пересчитаю. И 1, 2, 3. Провязали и соединили. Теперь у нас идет снова 1, 2, 2 воздушные петли. Заходим. У нас посередине есть 2 такие вот полноценные арочки. Заходим под первую столбиком без накида. Делаем 1, 2, 3, 4. В следующую арочку столбик без накида. Теперь отсюда будет переход из 2 воздушных петель. И мы снова вывязываем в следующей арочке нашей вот такой вот подготовки под веер. Опять 4 пышных столбика, между которыми будет по 4 воздушные петли. 1, 2, 3. Провязали. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Провязали. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Провязали. 1, 2, 3, 4. И последний. 1, 2, 3. Провязали. Закрепили. И опять переходим. 2 воздушные петельки. Под эту арочку мы делаем столбик без накида. 2, 4 воздушные петельки. 3, 4. Под следующую арочку мы снова делаем столбик без накида. 2 воздушные петельки. И на краю мы вяжем только половинку вот такого нашего веера. А это значит, у нас будет 2 повторения наших пышных столбиков. 1, 2, 3, 4. И еще один пышный столбик. 1, 2, 3. Провязали, закрепили. 1, 2. И последний наш идет краевой столбик с накидом. Вот мы связали с вами раппорт нашего узора. 2 ряда всего лишь навсего. Ну, а теперь давайте переходим, как всегда, с разворотами на еще одно повторение раппорта, так как оно будет в шахматном порядке. Делаем у нас 3 подъемные петельки. 1, 2, 3. Разворачиваемся. Теперь у нас по узору должно быть еще 2 петли. Это половина арочки из 4 петель. И заходим сюда, в эту же первую арочку. Теперь вяжем полноценную. 1, 2, 3, 4 цепочка.
и делаем столбик без накида следующей нашей арочки. Две воздушные петли мы сейчас вяжем первый ряд нашего раппорта, только уже на узоре мы его вяжем. Две воздушные петли, и в центральной арочке, из-под центральной арочки, мы вывязываем столбик с накидом, две воздушные петли и еще один столбик с накидом. Две воздушные петли, заходим между пышными столбиками в первую арочку. И теперь раз, два, три, четыре. Четыре воздушные петли мы замыкаем под следующей арочкой. Раз, два, три, четыре. И под следующей арочкой. Раз, два, уже идет повторение. Здесь мы опять подготавливаем себе место для будущего веера. Столбик с накидом, две воздушные петли и еще раз столбик с накидом. Раз, два, столбик с накидом, без накида. Теперь раз, два, три, четыре. Следующий столбик без накида. Раз, два, три, четыре. Следующий столбик без накида. Раз, два. И опять у нас здесь будет в следующем ряду наш веер из пышных столбиков. Мы делаем здесь столбик с накидом, две воздушные петли и еще раз столбик с накидом. Раз, два. И делаем переход. Раз, два, три, четыре. Вот наша последняя арочка, которую мы закрываем над нашим веером. Вот мы связали первый ряд второго раппорта. Сейчас развернемся и свяжем еще один наш ряд нашего раппорта. Делаем опять три подъемных. Раз, два, три. Разворачиваемся. Вяжем еще две петли воздушные по узору и замыкаем вот под нашей первой же арочкой столбиком без накида. Теперь мы вяжем две воздушные петельки. Раз, два. И в этих вот наших подготовленных местах в прошлом ряду мы вывязываем пышные столбики. Раз, два, три. Закрыли. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, раз, два, три, четыре, еще один повтор пышного столбика, раз, два, три и четыре, и еще один, раз, два, три, четыре. И пышный столбик. Раз, два,
3 провязали, закрепили 2 петельки воздушные. Теперь мы заходим вот в эти арочки, первый столбик без накида, 1 2 3 4, следующий столбик без накида, 1 2. Опять у нас идет повтор. 1 2 3, провязали, 1 2 3 4, и 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 воздушные петли, и еще 1, 1 2 3, теперь 2 воздушные петли, столбик без накида, 1 2 3 4, столбик без накида в следующей арочке, 1 2, и вывязываем наш последний веер из пушных столбиков, 1 2 3, закрыли, 1 2 3 4, 1 2 3, закрыли, 1 2 3 4, и 1 2 3, закрыли. Раз, два, три, четыре. И еще 1. 1 2 3. Вот. 1 2. Переходим в нашу арочку. И 1 2 3 4. Это финиш нашего ряда. И мы с вами связали 2 раппорта узора. Конечно, вискоза в неглаженном виде выглядит очень непрезентабельно. Здесь, кто не дружит с утюгом, лучше не берите вискозу в руки. Но вот после утюга это смотрится очень красиво, замечательно. Давайте вернемся еще раз к большому образцу. Вот наш большой образец. Видите, гуляет в руках, струится. Мягкий, шелковистый. Естественно, этот образец уже был глаженный, распаренный, выпаренный. Красиво очень смотрится. Ну а в конце я вам выставлю схемку этого узора. И кто будет внимателен, то на схемке будет отмечено, как этот узор вяжется по кругу. Чтобы я не занимала ваше время, вы посмотрите на схемке, как это делается. А тогда, когда мы будем вязать что-то именно из этого узора, тогда посмотрите в моих руках, как это делается. Ну, я надеюсь, сегодня хотя бы минимально, но я вам была полезной. Вам понравился этот узор, вы сохраняйте его к себе в копилочке. А я буду с вами прощаться. До новых встреч. До свидания.